Атака на барнаульцев продолжается. В этот раз военные из Топчихинской войсковой части показали возможности бронетанковой техники. На полосу препятствий выходили БТР-80, танки Т-62, Т-64, Т-72 и Т-80. Как вдруг, во время выступления танкистов появился самолет пилотажной группы «Стрижи». Так и началась между землей и небом война за внимание зрителей. Причем для танкистов это стало неожиданностью. Ну так получилось, что вчера летчики пилотажной группы присутствовали здесь на показе техники. Мы их, соответственно, прокатили на наших машинах, ну, обговорили на сегодняшнем мероприятии. Но получилось внезапно. Мы не ожидали, что погода позволит. Был на поле и третий игрок. Представители МЧС устроили показательное тушение горящего здания. Так что барнаульцам было на что посмотреть, а ведь основные торжества еще впереди. Андрей Дриер, Алексей Фризин, «День с толком».